Итак, в этой части будем доделывать оставшиеся моменты. То есть я вот эти поверхности пока скрою. И, соответственно, раскроем вот этот момент. То есть нам необходимо... Для чего вот это делалось? Мы по нем равняемся, ориентируемся. То есть вот данный момент у нас вот здесь, если mesh перенести и скрыть, у нас вот здесь вот такая легкая неприятность, которую нам придется в конце поправлять, для того чтобы здесь радиус единица. То есть в данный момент я его пока трогать не буду, потому что остальное все нормально, а здесь радиус побольше нужно, потому что несовпадение уже идет. Соответственно, вот эту часть я пока удалю, она не нужна. И откроем, то есть откроем наши, так, посмотрим, кривые, mesh, то есть соответственно то, что у нас имеется, то есть вот это мы удаляем. Можно, конечно, сделать вот эту часть, если она одинаковая с вот этой, можно попробовать сделать такой ход. То есть вот это скрыть, я выделяю только поле поверхности, вот это она мне не нужна, и соответственно беру точку с привязкой по центру и ставлю вот здесь точку, и соответственно делаю копию, то есть копию по центру с привязкой по точке. То есть мне надо посмотреть, соответствует ли это тому, что у нас готово. То есть по факту соответствует. Вот этот mesh мы сейчас скроем. То есть даже получается немножко не соответствует по длине. Хотя она не по длине не соответствует, она просто чуть-чуть дальше стоит. То есть получается, нам надо ее, выровнять. То есть мы делаем project и делаем move. И соответственно нам нужно ее подвинуть сюда, то есть она выйдет, значит она не соответствует. То есть все придется сделать по кривым. То есть открываем нашу вот эту часть, соответственно пока скрываем вот это, пока скрываем вот это и вот это, и смотрим. Я вот этот mesh тоже скрою, он мне особенно не нужен. А, то есть, вернее, верну его назад. Мне нужно вот это и вот это. И, соответственно, нужно найти нашу кривую. Ее пока нет, поэтому мы ее сейчас с привязкой по центру создадим. То есть, вот она, только единственное отключим. Привязку по проекции создаем на виде топ. То есть вот здесь, соответственно, вот у нас, так, ну-ка, это у нас кто? То есть вот эту штуку нам нужно удалить, а вот эту вот оставить. То есть у нас вот она есть, линия по центру, соответственно, на виде топ. Берем наш mesh,
есть 1 и 2. Делаем section. Команду. Только надо переключиться на русский язык, на английский язык, вернее. То есть мы привязываемся по end. И, соответственно, получаем профили. Удаляем ненужное. Тоже удаляем ненужное. Соответственно, это у нас нужно. Значит, мы вот этой кривой отрезаем нижнюю часть. И, соответственно, начинаем с наших линий. То есть я буду линии делать длинными. Ну, то есть вот как раз вот эти моменты. Опять же, по идее, нужно открыть, то есть вот эту нашу часть и линию равнять относительно нее, то есть топ и вот сюда, и пока ее залочить, пускай она будет в таком состоянии. То есть теперь просто делать офсеты. То есть снова возвращаю наши панели true point и, соответственно, оставляю только end. То есть раз линия, соответственно, два линия. Три, четыре, пять. То есть это вот этот набор. Дальше у нас идет, ну-ка, то есть от энда одна линия, ну конечно, я бы ее подвинул, как бы. То есть я бы ее сместил вот в это место. Хотя, как бы нет, не буду смещать. Она там в нужном месте стоит. Это немножечко не то, поэтому не будем мешать. Одно к одному. И, соответственно, вот эти все моменты мы делаем через опцию true point. То есть тут мы не считаем какие-то точные данные, и, соответственно, вот как раз вот сюда. То есть тут у нас этих кривых очень много. Мы их все сейчас скопируем, просто скопируем, только без общих, без вот этой, без вот этой и без вот этой. То есть я их просто копирую, копи. Единственное, забыл еще одно сделать. Вот в эту сторону я, то есть получается, выделяю еще раз. Ага, вот еще одна. То есть, соответственно, вот они у нас все. Выделяем их. Снимаем выделение вот с этих моментов. Вот так. Еще раз. Можно через Edit, Copy, чтобы они у нас были. И, соответственно, смотрим, что нам нужно. Вот это, вот это, вот это и вот это. Соответственно, boolean curve ставим внутри. У нас все линии удалились. Можно, в принципе, не удалять, но как бы я пока удаляю. То есть лочим эту
Дальше делаем escape. Ну-ка. То есть вот это надо залочить, вот эту, а разлочить вот эту. И соответственно. Так, ну-ка, она не разлочилась у нас, получается. Вот разлучилась, все нормально. То есть получается вот это можно пока скрыть. Вот, теперь у нас следующее, это вот эта штука. Можно вот это delete. Тоже delete. И тут тоже delete. Соответственно, edit paste. То есть возвращаем все наши кривые. Вот, выделяем по вот этой кривой, то есть выделяем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот эту кривую снимаем выделение. Опять же, curbulean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть вот она следующая. Открываем нашу соседнюю. То есть вот эту. И разлучиваем вот эту. Вот эти две. Вот эти можно залочить. Снять их выделение. И соответственно у нас здесь вот эти удаляем, delete. Соответственно опять edit paste, выделяем вот эту и теперь добавляем к ней. То есть у нее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть вот это даже не нужно. 7 верхняя, раз, это не нужна, не нужна. 2, 3, 4. Вот, соответственно, код curbulean. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть тут у нас нет, ее надо закрыть. То есть получается нам надо, мы можем поступить вот так. У нас вот эти кривые есть, мы их в группу соединяем временно. Копируем вот эту. И вставляем, то есть мы ее копируем. И вставляем еще раз. То есть у нас их две теперь. Вот. Выделяем ту группу, которая у нас была. Делаем ungroup. И соответственно теперь делаем curbulean. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. То есть вот таким вот образом можно это сделать. Теперь проверяем. Вот у нас раз соседняя, вот у нас вторая. То есть все на месте. Соответственно, лишнее удаляем, нам не нужно. То есть вот эти удаляем. То есть у нас вот это. Вот это. И вот это кривые, их можно залочить, то есть все вместе. Соответственно, выделяем вот это все и делаем revolve по вот этой кривой.
и смотрим, что у нас получилось. То есть получилось все отлично. Теперь необходимо вот эту штуку. Ну, в принципе, пока можно скрыть. Но, кстати, вот здесь можно сразу проверить радиус. То есть вытаскиваю еще раз эту панель. Соответственно, ставлю единичку. То есть тут даже не единичка, наверное, полтора. Ну да, то есть мы ставили полтора, вот она. То есть верхний радиус полтора в любом случае. То есть вот он. И, соответственно, кривые выделяем, кроме вот этой, и временно скрываю их. И, соответственно, получаю, то есть вот здесь будет 0,5, в этом месте 0,5 и в этом месте 0,5. То есть у нас еще запас остается. Соответственно, в этом месте 1. Конечно, можно тоже было полтора, но поставим 1. То есть вот в этом месте. Смотрим сначала 0,5. Получается, ну-ка, сейчас мы вот это скроем временно. Вернее, сделаем hide. Возьмем вот эту залочим. И, соответственно, boolean 0,5 здесь, и, соответственно, здесь и здесь, то есть везде по 0,5, то есть ставим 0,5, есть такое, то есть здесь мы ставим. Фактически они у нас залочены, значит, надо их сделать им unlock. То есть берем снова 0,5, вот эту часть, вот она у нас 0,5. То есть вот эту я уже переношу пока в темп и его выключаю. То есть получается у меня теперь вот эта часть и вот эта часть тоже 0,5. Значит, вот эта часть, вот это тоже 0,5. Соответственно, вот это тоже 0,5. Беру вот эту кривую и перекидываю ее в темп. То есть вот здесь у меня еще 0,5 есть. Тут получается в двух случаях 0,5. То есть вот здесь и, соответственно, вот здесь. То есть в этом месте тоже 0,5. То есть смотрим теперь, где мы доделали, где нет. То есть вот это есть. Соответственно, берем вот эту. То есть 0,5 еще вот в этом месте. То есть получается, мы вот это скрываем пока. И, соответственно, 0,5 вот в этом месте. То есть открываем вот эту часть и смотрим на виде фронт. У нас все сходится. Соответственно, открываем вот эту часть, а вот эти части скрываем. Ну-ка.
соответственно, вперед и смотрим. То есть здесь все у нас отлично. То есть 0,5 вот здесь, 0,5 вот здесь. И, соответственно, получаем такой вот результат. То есть вот он. Теперь открываем все наши поверхности, выделяя. Вот это снимаю. И вот здесь вот этот момент. То есть у нас здесь радиус 1.5. Нам надо сразу copy node, экстракт, удалить. Экстракт раз, экстракт 2. Untrim. Раз, два. Соответственно, вот это скрыть. Вот это скрыть. Только единственное, я какую-то часть скрыл случайно, вот эту. То есть теперь все выделяем, join и, соответственно, 1.5. То есть вот так. В данном случае, если открыть вот эту часть, то у нас получается все сходится. Только вот мне интересно, почему такой результат. Все-таки здесь все отлично, а здесь... Поэтому вот все нужно перепроверять. Потому что где-то, если немножко ошибка, то, соответственно, результат будет нехорошим. Ну вот где ошибка. То есть здесь неправильно было сделано по вот этой части, поэтому придется переделывать. То есть переделывать придется только, да, хотя, наверное, скорее всего, все. Но я ее пока оставлю, то есть мне надо доделать остальные. И по итогу переделаю еще раз то, что пропустил. То есть теперь мне нужны, ну, как кривые, открыть все. Угу. Значит, вот это мы скрываем, вот это мы скрываем. Вот эти части пока скрываем. Соответственно, по центру привязка, берем линию. Так, ну-ка, разлочим. И называемся. Ну-ка. То есть привязываемся по центру, передвигаем. Соответственно, берем вот эту, смотрим, какие, какая у нас есть. У нас есть вот это, то есть у нас нет вот этой и вот этой. И, соответственно, команда section с привязкой по end, то есть здесь и здесь. Смотрим на фронт и видим, что у нас есть. То есть, соответственно, вот эти пока скроем, достанем вот эту часть. То есть относительно нее нужно ориентироваться. То есть получается, у меня вид фронт. Попробую поставить back, set view back. Что у меня от этого изменится? То есть фактически мне надо сделать экстракт вот этот и вот этот, вот этот не стоит. То есть вот это все скрыть для того, чтобы мне видно было. То есть меняю фронт вот так. То есть вот моя, вот она линия, по которой мне нужно ориентироваться. То есть по центру я снимаю, поставлю квад,
И вот по вот этой линии мне придется ориентироваться по верхушке. То есть вот это, вот она. Соответственно, выделяю все поверхности Ctrl F3 и, соответственно, их join делаем. Ну, можно их залочить временно. То есть вид фронт. Верхняя кривая у нас есть. Теперь нам вот это можно удалить, вот это удалить, вот этой кривой отрезать вот эту часть. Она нам нужна. Кривую скопировать и вставить. Она нам пригодится. И от нее начинаем плясать. То есть вот это вот. Делаем офсет через точку. То есть привязываемся сюда, делаем через точку, привязываемся сюда. Следующее сюда. Сюда. Вот сюда. Соответственно, верхняя у нас есть, она нас ограничивает. И теперь делаем вот эту часть. Вот она. И, соответственно, поднимаем ее. Например, до этого момента. И, соответственно, проверяем, она у нас сходится. То есть у нас теперь есть возможность сделать офсет через точку. Да, вот в этот момент, вот сюда, сюда, вот этот момент, соответственно, вот сюда, сюда и последний. Сюда. То есть у нас есть набор наших кривых. Выделяем. Снимаем выделение вот отсюда. Отсюда и отсюда. То есть у нас все кривые есть. Берем Edit, Copy. То есть приходим вот сюда и, соответственно, берем Curve Boolean. То есть раз, два, три, четыре. Удаляем все кривые. То есть это готово. Идем Edit Paste. Вставляем. Следующую. Выделяем вот эту, чтобы видеть Curve Boolean. Соответственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Только я что-то сделал не так. То есть сниму выделение еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть удаляем вот эту и вот эту. Можно скрыть. То есть здесь у нас все есть. Соответственно, Edit, Paste. Делаем большую. То есть у нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два участка. 23. Удаляем. То есть, соответственно, вот это скрываем. То есть вот она, наша часть. Теперь вот эти лог. Хотя нет, делаем не лог, а лог. Соответственно,
смотрим нашу. Так, это не наша кривая. Можно сделать Edit Paste. Снять вот эту. Это удалить. То есть нам нужна была наша вот эта кривая. Теперь делаем вот это. Убираем вот это, вот это. Делаем Revolve. Соответственно, по вот этой кривой полный круг. Почему неправильно сделалось? Потому что наша кривая стоит не там, где, вернее, наши кривые стоят не там. Нам надо их сместить, то есть на виде right. Вот. Смотрим. То есть нам нужно выделить вот так. И, соответственно, выбираем Align, Vertical Center, привязываемся вот сюда. Теперь на вот этом виде снимаем удаление, Revol, и, соответственно, вокруг вот этой полный круг. Теперь у нас все точно. То есть теперь все отлично. Вот эту часть мы сейчас залочим. Тут у нас радиус сразу 1.5. То есть вот этот радиус мы сразу ставим вот она. Кривые выделяем, скрываем и, соответственно, смотрим 0.5. То есть фактически у нас все вот эти места будут 0.5. То есть делаем 0.5 и смотрим. Только одно место у нас там. Делаем unlock. Вот это скрываем. То есть тут у нас все отлично. То есть смотрим, здесь все есть. Скрываем. Смотрим. Вот эту часть пока скроем. То есть у нас есть радиус еще вот здесь. И все. То есть вот в этом месте делаем, скрываем. Открываем то, что надо. Только вот эту часть. Смотрим, что у нас здесь с радиусами. То есть везде есть. Только в двух местах. Ну, то есть, соответственно, берем вот эти места и делаем. То есть получается у нас везде все есть. Открываем все подряд. Теперь вот эту часть объединяем, то есть вот это пока скроем. Соответственно, последнюю часть, конечно, надо будет переделать. Ну-ка. То есть вот это мы все скрываем, возвращаемся к нашей неудачной части. То есть нам нужно отобразить вот общую вот эту штуку. И, соответственно, посмотреть, что у нас здесь. Что у нас здесь не так. Предлагаю сделать такой вариант. Поскольку здесь кривые есть, сделать экстракт. Раз, два, три. И объединить. Соответственно, вот это скрыть. Перейти на вид фронт, mesh скрыть. Вот так, вот так. Можно перейти попробовать в режим ghosted. Ну, то есть, чтобы мы видели. То есть, вот у нас пляска. То есть, нам надо поправить только несколько моментов и все. То есть, вот это предлагаю, вот это и вот это. Просто временно темп поправить. Change и, соответственно, скрыть. Почему-то, ну-ка еще раз туда же, пока вот это все туда, смотрим на вид фронт, то есть что у нас есть, то есть вот эту часть можно скрыть,
вот эту. Ну-ка посмотрим. То есть по Ctrl F2 отобразим наши все кривые и посмотрим, что у нас тут есть. То есть там все есть, кроме одной. Ну, значит, мы их пока скроем. Откроем наш темп. И вот она, наша кривая. То есть мы ее заберем пока сюда. Ну-ка, переходим на вид фронт. Нам нужно вот это сделать по копию относительно вот этой кривой, а вот эту удалить. Вот эту можно скрыть и теперь только перенести это на кривые, то есть вот сюда. И теперь у нас получается вот это есть, значит, мы скрываем вот эту. Вот, отображаем наш кусочек, вот тот, который. Так, только где он у нас? Ага, вот он. Его переносим сюда обратно. Переходим в фронт. И теперь нам надо кривую провести, к которой мы будем. То есть вот она, наша определяющая кривая. И, соответственно, вот это теперь поскрыть. То есть внутренности у нас все на месте остаются. Единственное, что мы выделяем, вот эту мы перенесем на свой кривой. Да, ее просто не видно. То есть, соответственно, нам нужно что? Наши точки. Берем точки верхние, все. Забираем панель set point OZ вверх. Выравниваем все относительно вот этого места. И все. То есть теперь получается, мы вот эту линию темп временно. Соответственно, берем, проверяем, где у нас стоит на линии. Делаем revolve. И, соответственно, получаем полный круг. Вот такая. Соответственно, мы знаем, что вот здесь у нас 1.5, все остальное 0.5, вернее. Вот, то есть кривые. Кривые скрываем. Дальше 0.5. Выделяем все. И, соответственно, применяем. То есть вот наш вариант. Отображаем теперь все. Вот эта часть. И вот эта не нужна. Удаляем. Берем темп. Соответственно, все кривые переносим на слой кривых. Вот. И выделяем то, что в темпе. Select object. То есть вот эту старую просто удаляем. Она нам не нужна. Соответственно, выделяем весь mesh, переносим на mesh, выключаем, выделяем точку, ну, перенесем ее в темп, то есть она нам не нужна, отключаем все, у нас остались только вот эти моменты. Соответственно, включаем нашу основную часть и вот эти моменты переносим, делаем копию. То есть вот так. Соответственно, внутренности мы закрыли. Дальше у нас была такая штука. У нас здесь были кривые на виде right, вот они. И они, кстати, идут немножко выше нашего бленда. То есть мы берем вот эти две кривые теперь. Переходим на наш слой, копируем их. Здесь кривые отключаем. Ctrl F2, выделяю их и делаю solid. Вот такой. И смотрю. То есть мы четко попали, как нам надо было. Теперь вот на виде справа
то есть кривые выделяю, переношу обратно на слой. Вот. Ставлю поворот 180, чтобы шов уходил внутрь. То же самое. То есть, чтобы шов был сверху, вот он шов. Теперь получается, мне нужно сделать вычитание. То есть вычитаю из основной детали вот эти моменты. И теперь получается, попробуем сделать филет в единичку. Сможет ли программа сделать или не сможет? То есть получается, ну-ка, если 0,5, то есть она не может. В этом случае у нас есть такая волшебная команда, которая называется pipe. То есть любое из них выделяем, ставим, например, единицу, смотрим. То есть вот она врезка будет. Соответственно, если выделить, сделать сплит, сделать вот этим, соответственно, удаляю вот это, удаляю пайп. То есть вот она, наша волшебная пилюля. И тут можно поступить следующим образом. То есть опять же, для чистоты поверхности режем вот. Ну, оно там, правда, уже разрезано, только теперь надо разрезать вот здесь, вот здесь. Теперь берем blend, соответственно, раз, два, второй такой же. Меняем наизнанку. И, соответственно, следующий. Вот такой. То есть вот этой командой мы как раз зашиваем вот этот момент, проверяем. Join. То есть вот она все аккуратно, все сшилась. Соответственно, следующие пайпы. То есть я делаю в данном случае на всех четырех. Выделяю общую, делаю сплит, выделяю вот эти куски и, соответственно, режу, снимаю выделение, удаляю вот эти части, удаляю вот эти части и, соответственно, дальше резка ребер наших. То есть у нас получается, нужно отрезать вот это и вот это. Посмотреть, тут уже отрезано. Вытащу пока эту панель, чтобы далеко не ходить. То есть раз, два, три. Эту переворачиваем. Пока соединять не буду, лучше сначала все сделаю, потом соединю. То есть режем вот здесь и вот здесь. И, соответственно, раз, два, три. И переворачиваем. И, соответственно, последний вариант. То есть снова режем по энду раз, по энду два и применяем раз, два, три и, соответственно, в эту сторону. Теперь Ctrl A, join. То есть наш объект, все соединилось.
Проверим на всякий случай. То есть все отлично. Проверим то же самое. Теперь он показывает у нас, где-то есть тот момент, который немножечко... Вот он. То есть теперь в этом случае, что мы делаем? Взрываем эту штуку. И, соответственно, по двум рельсам. То есть раз, два, три. Но здесь, кстати, чему-то срезалось неправильно. То есть нам надо вот это объединить all. Пробовать еще раз blend. То есть в этом случае сработает, скорее всего, правильно. Да, следующий вариант. Проверяем еще раз. То есть лучший вариант неправильно. Лучший вариант проверки — это mass property volume. То есть если где-то неправильно выскочит, хотя вот при вот этой команде все было четко. То есть, соответственно, мы сделали вот эти моменты. Внутренние у нас есть. Я пока вот эти части соединю. Смотрим, вот эту часть можем сделать ее. То есть у нас здесь нужно проверить, что. То есть я сделаю сейчас вот такую штуку. Делаю экстракт, копии, yes. Забираю вот эту стенку. Забираю вот эти все моменты. Забираю боковую. Забираю нижнюю. Вот. Создаю из них группу. Соответственно, пока вот это скрываю. И скрою вот эти части. Включу. И посмотрю, где у меня что не так. То есть по радиусу здесь совпадает. Единственное ограничение у меня, вот оно, вот эта плоскость. То есть это стоит далеко, нужно подвигать. То есть, соответственно, я могу сделать на виде фронт копию в эту сторону. И теперь с привязкой по центру. То есть здесь привязаться. И здесь привязаться. Сделать вот такую вот линию. И, соответственно, на виде топ. Только единственное, мне надо перенести ее на вот эту часть. Ну, хотя и вот эти моменты тоже перенести. То есть перенесли. Переключаю сюда. Пока вот это отключу временно там. И вот это отключу, пока на вот этом слое буду стоять. Потом распределю все. То есть сделаю проекцию. Вот он мой профиль. Соответственно, вот этой кривой делаю трим профилю, чтобы у меня остался только кусочек. То есть вот это лог, вот это лог и вот это лог. Соответственно, перехожу в shaded режим. В принципе, как вариант, можно разлочить это все, временно скрыть. Вот так. И теперь, соответственно, делаем для начала offset. До вот этого момента. Потом делаем offset до вот этого момента. И, в принципе, все. Два offset у нас есть.
Теперь смотрим наши ограничения. То есть один достаем. И по крайней мере ставим. То есть нам теперь по энду нужно привязаться вот сюда и попробовать сделать копию. То есть копия есть, соответственно, отсюда делаем offset до точки и точку ставим вот сюда. То есть есть такое дело. Соответственно, теперь делаем вот так. Так, вот это нам не надо, а вот это подвигаем и делаем F5. То есть вот таким способом. И соответственно вот это делаем, переключаем гамбл и вытаскиваем ее. И, соответственно, копируем зеркало, mirror. Вот так. У нас ограничитель, вот он. То есть нам надо вот эту штуку подвинуть по ограничителю. То есть мы вот здесь его передвигаем. Соответственно, делаем ему mirror по оси Y. Вот. Теперь у нас все готово. То есть вот эти части мы удаляем. Берем вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту часть, эту. И, соответственно, берем вот эту. И теперь boolean. То есть я на всякий случай скопирую все. И берем наш boolean curve. То есть теперь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все остальное удаляем. Только я сделал неправильно. То есть получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть вот так должно было быть. И мы немножечко поправили наш вот этот внутренний. Соответственно, вот она наша деталь. Делаем explode. Снимаем выделение join. И, соответственно, проверяем, где она у нас на кривой. То есть теперь делаем вот этой штуки, делаем его. Ну-ка. То есть end у. Вот она у нас такая часть получается. Выбираем кривые. То есть теперь new sublayer. Получается part 13 curve. То есть мне кривые нужно сюда перенести. Change. Выключаю. Все полностью открываю. Вот этот temp duplicate layer. И соответственно пишу temp change. Скрываем. Выбираю mesh, то есть Ctrl F5, соответственно делаю 13, но она там не 13, то есть можно потом поменять mesh. Перебрасываю сюда change и соответственно теперь проверяю, есть у меня что-нибудь здесь или нет. Вот это скрываю, нету. Соответственно, вот эту часть надо перенести на слой. То
То есть можно сделать дубликат. Только это будет не mesh, а SRF. То есть SRF surface. И соответственно change. То есть открываю. Теперь у меня получается. Мне нужна вот эта третья часть. Для чего она мне нужна? Для того, чтобы проверить, будет ли это все работать. То есть вот она, наша часть. Здесь у нее все четко, здесь тоже все четко. То есть получается, нам нужно посмотреть, как она будет стыковаться, предположим, с какой-то из предыдущих частей. То есть по диаметру здесь все совпадает, все отлично, мы от нее будем ориентироваться. Единственное, здесь радиус попробуем 0,5 поставить, там и там, посмотрим, что будет. Ну, то есть, в принципе, можно где-то ставить, наверное, 0,25 и смотреть. 0,25 мало, скорее всего, будет 0,5. Ну, то есть, она срабатывает нормально относительно нашей этой детали. Соответственно, мне нужно ее теперь скруглить. То есть я возьму единичку и попробую посмотреть, что получится. То есть не получится. Соответственно, вот эту часть выключаю. Включаю наши темпы, ограничители. То есть получается, мне надо их разгруппировать. Вот это сделать untrim и вот это сделать untrim. И я вижу, где будет отсечение идти, то есть где будет отсекаться. То есть выбираю, делаю сплит и отсекаю ненужные части. Удаляю. Соответственно, темп скрываю. То есть вот такая вот получается штука. То есть тут теперь, конечно, с радиусами, можно сказать, получится возня, но мы посмотрим следующим образом. То есть поставим 0,5, наверное, посмотрим опять же по ограничению. То есть здесь стоит не 0,5, а единица, скорее всего. То есть включаем и ставим единичку вот в это место. То есть вот она совпала. Но только нужно проверять на виде фронт. То есть вот она, да, совпадает. То есть здесь единица. Соответственно, на этой стороне то же самое. То есть единица. Снимаем наши ненужные. Ну-ка, ставим 0,5. То есть я пойду 0,5, у меня следующая будет тоже от этой идти. Соответственно, здесь поставлю единицу, здесь поставлю единицу. Дальше в виде сверху, только режим shaded. Поставлю единицу, посмотрю, что будет. То есть в принципе вполне подходит. И соответственно всех оставшихся тоже сделаю такую же самую часть. То есть единицу. Дальше 0,5 везде. То есть, соответственно, вот таким вот образом. То есть теперь открываю часть третью и смотрю, все ли у нас получилось. То есть здесь у нас получается часть шестая. Открываем и смотрим. То есть у нас внутренние части все есть.
Кстати, вот эти еще филеты необходимо будет сделать, но, наверное, скорее всего, это же не в этой части, а скорее всего в следующей. То есть закрываем наши окна. И, соответственно, получаем вот такой момент. То есть часть 13 сворачиваем, 6 сворачиваем. Получается, у нас следующий вариант — это здесь остались мелкие запчасти. То есть, в принципе, можно вот эти варианты сделать. То есть тут еще надо постоянно сверяться с вот этим всем. То есть, соответственно, вот наши дополнительные части мы, в принципе, можем сразу сделать. Но для того, чтобы сразу сделать, нам надо вот эти части сделать, попробовать. То есть у нас там единичка был радиус. Попробуем сделать вот так. Посмотреть, что будет. То есть все нормально, все срабатывает. То есть в этом случае, как в этом, только в этом мы руками делали, а в этом мы делаем автоматически. То есть программа позволяет нам это делать, потому что у нее разрез совпал по филету. И, соответственно, она видит, как правильно простроить этот момент. Соответственно, переключаемся на следующий вид. Выбираем вот этот, выбираем chain edge вот этот, и, соответственно, применяем команду. То есть она у нас вот есть. Дальше предлагаю сделать такой вариант, то есть вот так сделать: copy yes, extract, раз и два. Вот это пока скрыть. Соответственно, вот это пока тоже скрыть. Сделать untrim. Сделать вот этот untrim. И вот этот. То есть сделать вот такую штуку. Соответственно, ну-ка. Открыть вот этот момент. На виде фронт. Взять проекцию, привязаться к энду, неважно к какому, и просто срезать этот момент. Только сделать еще зеркало. То есть мы вытащим, сделать зеркало по игреку, соответственно, выделить и сделать сплит. Ненужные вещи удалить, вот эти. Скрыть, сделать кап, твердое тело, соответственно, вот это. Это у нас получается, нам необходимо какой уровень перенести, то есть на уровень 10. То есть мы все переносим на 10 уровень. Пока. Все равно потом все это доделаем. То есть смотрим вот эту часть, как она у нас идет. То есть здесь она идет не только как бы просто так. То есть получается, нам нужно опять же открыть нашу вот эту часть, посмотреть, то есть вот эту часть открыть, посмотреть, где и как она там будет идти. Ну, то есть вот таким вот образом. Соответственно, скрываем фронт и смотрим режим госта. То есть получается, вот она,
соответственно, берем Vertex. Оставлю так, делаю копию, то есть вот здесь получается, когда вытаскивается поверхность, вот этими срезаю внутри, то есть все срезано, и соответственно на уровне 10 убираю эти кривые. Вот. Выделяю все. Делаю кэп. И закрываю дырки. Иду на вид фронт. Соответственно, проверяем. Где у нас вот этот момент, то есть вот он, просто в каждую сторону пойдет, то есть вот так, mirror, и вот этими то есть вы выделяю сначала mesh, делаю ему блок, чтобы он мне не мешал. Вот эти части делаю сплит вот этим. Вот, и теперь получается, у меня есть возможность, чтобы слишком долго не делать, я беру вот эту вот часть и делаю offset. Solid нет, corner sharp. Флип внутрь, и соответственно, ну, попробую один, то есть один это много, значит 0.5, то есть флип 0.5, вот, и соответственно верхнюю одну удаляю, делаю ту же самую операцию внутрь, вторую вот эту удаляю, соответственно вот эту то же самое, и вот эту то же самое. Вот, смотрю на виде фронт, у меня немножечко уменьшились эти моменты. Ну, можно сделать скейл, то есть проекция все равно делается. Соответственно, можно, конечно, разлочить это уже все и сделать скейл. То есть ставим по энду. Дальше включаем вертекс. И ставим по вертексу. Вот так. Соответственно, вот эти две части я выделяю, удаляю, mesh выделяю, ставлю sublayer, 10 mesh, и переношу, change, и скрываю, не могу. Вот это копия сюда, соответственно, кривые. То есть делаю вот так, пока это скрываю, перехожу сюда, это тоже скрываю. Но единственное, что нужно забрать вот эти моменты и вот эти кривые забрать вот сюда. То есть соответственно curve. То есть выделяю все кривые, я приношу их сюда. Здесь у нас немножко буква закралась не та.
То есть это тоже сюда, вот это объединяю. Join. Если не объединяется, значит у нас что-то не хватает. Соответственно, что делаем? Loft. Как бы желательно, конечно, сделать вот так. Выбрать все. Правую кнопку Merge All Edge. И, соответственно, теперь Loft. Только почему? А, ну понятно. То есть у нас при офсете смещение идет конечно не очень хорошо это, потому что офсет такая веселая команда. Ну-ка, а не хочет у нас, это хочет все нормально. То есть в принципе я могу опять же извлечь вот эти части, вот выделить их, сделать все соответственно на виде фронт, сделать solid из surface, то есть вот до вот этого момента с одной стороны, вот это удалить до этого момента с другой стороны, вот это удалить. Соответственно, это часть сделать кап и сделать boolean union. Ну, то есть можно таким способом выйти из ситуации. Как бы какая нам разница, чем это все сделать. И, соответственно, с двух сторон сделать blend. Ну-ка. То есть посмотрим. С этой стороны единица в принципе нормально, то есть с этой стороны можно двойку сделать, только поставить цикл 2 вот так, хотя это наверное много, наверное скорее всего сделать лучше единицу, то есть вот так. И соответственно вот здесь у нас 25, наверное, скорее всего. Да. Ну, соответственно, выделяем все остальное. Делаем 0.25. То есть получается вот эта часть под 10 SRF. И перемещаем вот эти моменты вот сюда. Change. То есть теперь получается открываем вот эту часть, сворачиваем эту, открываем шестую, открываем третью и смотрим. То есть у нас здесь все есть. Соответственно, можно попробовать. Ну-ка, откроем первую. Откроем вторую. То есть у нас наш объект становится более детализированным. Соответственно, у нас теперь видно, какие, сколько у нас еще осталось завершить уровни. То есть нам надо сделать вот эту планку. Ну, я надеюсь, она будет не сильно сложная. Здесь единственное сложное место, это вот, скорее всего, вот это, наверное. Ну, посмотрим. То есть, вот эту планку сделать. Кстати, как бы, как она крепится. Ага. То есть, тут у нас вот такой момент. То есть, понятно. И, соответственно, сделать вот эту трубку с гайками, соответственно, вот эти гайки сделать и внутренность большую. То есть у нас осталось, то есть отключаем 12-й раз, отключаем 2, 9-й отключаем, 3 и 5-й, 4.
То есть у нас получается 1, 2, 3, 4. 4 уровня нужно сделать. То есть 12, 11, 9 и 5. И будет у нас останется последняя часть. Тогда делать вот этот диск. Потому что остальное уже все как бы есть. Ну, то есть фактически как бы осталась мелочь, но все равно эту мелочь доделать нужно. Вот. То есть на данный момент со всеми запчастями это выглядит вот таким образом. То есть довольно вполне себе симпатично. И вот 3 на 6 при приближении показывает нам ребра, отдаляясь не показывает. То есть вот такой момент. Ну вот эти части, конечно, надо подумать, как сделать. То есть если включить ребра, то соответственно выглядит это вот таким образом. То есть на данный момент эта часть завершена. Следующий нам останется доделать всего лишь несколько уровней.